Когда у меня болит сердце, он чувствует такую же боль. Это не похоже на боль в разбитом сердце. Скорее ощущается, как удар ножа прямо сюда. У нее дилатационная кардиомиопатия. Сердечная мышца ослабла. Есть еще кое-что. Как что? Ей нужен донор. Донор? Я буду рядом, пока не найдется донор. Вам придется быть рядом все время. Мы поженимся. Я женюсь на ней и буду защищать ее постоянно. Я достану вам сердце. Чон Ха Ин, выходи за меня. Я не просто пишу, я предложение делаю. Мой ответ – нет. Нам не суждено пожениться. И кто же мы тогда? Влюбленные. Не хочу быть возлюбленным. А если я умру у тебя на руках, ты справишься? Я счастлив просто видеть тебя. Если ты умрешь, я буду жить, тоскуя по этому мгновению. Я отдам тебе свое сердце. Хочу доказать, что она не зря в меня верила. Ты веришь мне? Верю. Нха Ын — первый человек, который посмотрел мне прямо в глаза. Она была первой, кто назвал меня по имени. Он же Чоль. Обязательно встретиться снова. Мы встретимся вновь в этой жизни или в следующей. Это что, дежавю? Почему вы беспокоитесь обо мне? Беспокоюсь? После смерти человек может жить, если жива память о нем. Но я не верю в жизнь после смерти. Порой, когда я смотрю на вас, вы мне кого-то напоминаете, кого я совсем не знаю, и в то же самое время знаю очень хорошо. Что для тебя сложно, будет слишком легко для другого.